слово. Да, здравствуйте, коллеги. Мы рады приветствовать на нашем профсеминаре, который мы постараемся хорошо для вас организовать, сейчас провести. Меня зовут Нагорный Василий Васильевич. Я руководитель по продажам бренда Interschool в Центральном федеральном округе. Здесь также присутствует Динскин Артур Евгеньевич. Он непосредственно занимается продажами и курирует продажи в городе Белгород и Курске, Орле. Ну и сейчас расскажу вкратце по докладчикам. Васильев Михаил Маркович, председатель Ассоциации торговых компаний-производителей электроинструментов в России. Первый докладчик расскажет о тенденциях на рынке и перспективах развития бренда Interschool вкупе с другими брендами. У нас первый регламент будет до 11:30-11:15. Дальше будет кофе-брейк. После кофе-брейка мы приступим к технической части. Вот. Волков Юрий Валентинович, наш технический специалист, он сделает презентацию, и параллельно можно будет, ну, после вот этих частей презентации задавать вопросы, да, технического характера. Также в промежутке между кофе-брейком подъедет наш руководитель, директор по сервису компании KLS Trade, бренд Interschool, Рахманин Алексей Константинович, и он либо включится вместе с Юрием Валентиновичем, либо потом сделает краткую презентацию, или как он пожелает, и ответит на интересующие вас вопросы. Дальше, после обеда, обед у нас 13:30, будет после обеда коммерческая часть, я вкратце расскажу там, о плюшечках, которые мы можем там заработать по результатам семинара, и, ну, то есть по коммерческой части расскажу, это будет, наверное, недолго. Потом круглый стол, вопросы и тестирование электроинструментов. И ваш вопрос, предложение, так сказать. Спасибо. Спасибо, Васильевич. Я единственное хотел бы добавить, что вопросы можно задавать в процессе общения, не ждать и не как бы на последний этап нашего семинара. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Вот. Но сначала я хотел бы вас поприветствовать. Доброе утро. Хотел бы выразить благодарность за то, что вы откликнулись на наше приглашение. И в такое непростое время для Белгорода и Белгородской области вы нашли силы и возможности прийти на наш семинар. Конечно, то, что творится, это слов нету. Я желаю, честно говоря, мирного неба над головой всем, чтобы это быстрее закончилось. И когда проезжали по улицам города Белгорода сегодня из Старого Оскола, конечно, впечатляет то спокойствие людей, внешнее спокойствие, которое, мужество, которое проявляют жители Белгорода. Ну, а теперь позвольте рассказать два слова о Российской ассоциации торговых компаний производителей электроинструментов. Наша ассоциация 12 лет. В состав ассоциации входило до недавнего времени 19 компаний. Это известные бренды мировые, известные бренды российские. Значит, ну, перечислю их. Это Makita, компания Elite Trading, известная по продукции марки Elitech. Это Kirchherr, это Штиль, это TTI, Milwaukee, Ryobi. Вот, это Mitaba, Hitachi, ныне Hibachi. В состав ассоциации входили Bosch, Stanley Black & Decker, DeWalt. Вот в отношении Stanley Black & Decker, DeWalt приходится говорить в прошедшем времени. К сожалению, с 30 сентября офис компании на территории Российской Федерации закрыт.
Санта. Ну и, безусловно, входит компания TLS Trade. Это в настоящее время владелец бренда Interscope. Interscope был в свое время фактически основателем ассоциации совместно с Макитой, Башом и Дуэльтом. Значит, по итогам 2021 года компаниями, которые входили в состав ассоциации, контролировалось 53% рынка электроинструмента и 58, чуть менее 60% рынка садовой техники. То есть это вот что ассоциация. Ну, вы, наверное, слышали, знаете той ситуации, которая складывается на рынке. Как я уже сказал, ушел Дуэльт, Стэнли Блейтон Деккер. Очень серьезные проблемы с поставками продукции, к сожалению, у Метаба. Проблемы у Баша, проблемы возникают у Макиты в последнее время. Здесь говорить, то есть, ну, можно говорить только одно. Говорить с сожалением, потому что эти бренды преимущественно отличались своей ассортиментной политике тем, что предлагали на рынок инструмент профессиональный, для профессионального использования. И сейчас серьезно стоит вопрос, а кто, какие бренды смогут заменить вот этот инструмент, который необходимо будет использовать в повседневной деятельности. А тем более это актуально с точки зрения того, что правительство России на протяжении последних 15-20 лет заявляло, что локомотивом развития экономики является строительная отрасль. Для того, чтобы строительная отрасль развивалась, необходимо повышение производительности труда. Строительство и производительность труда можно достигнуть только при эффективном использовании современного электроинструмента, средств малой механизации. И вот опять мы возвращаемся к этой дилемме, к этому вопросу, кто заменит те бренды, которые поставляли на российский рынок продукцию для профессионального использования. Но об этом мы поговорим. Если говорить, что из себя представляет рынок электроинструментов, то Самарский университет, Международный институт рынка, который я представляю, тоже входит в состав ассоциации и является аналитическим центром Российской ассоциации торговых компаний и производителей электроинструментов РАДБ. Кроме университета МИР, из них профильных организаций, которые входят в состав РАДБ, это МИТЭКС, выставка, инструментальная выставка. Кстати, всех приглашаю по возможности принять участие в выставке, которая будет проходить с 8 по 12 ноября в Москве в экспоцентре на Красной Пресне. А в этом году выставка МИТЭКС юбилейная, 15-я, и организаторы готовят различные сюрпризы. И несмотря вот на то, что у многих брендов мировых есть определенные проблемы с работой на территории России, но экспозиция будет насыщенная, наполненная и интересная. Поэтому всех по возможности приглашаю принять участие, посетить выставку МИТЭКС. Значит, что из себя представляет рынок электроинструментов? Значит, по нашим исследованиям 15% профессиональных пользователей фактически потребляют 40% электроинструментов. 85% любителей, при том, которые можно разделить на две значительные группы. Группа так называемых хоббистов, зачастую это люди, которые, ну, во-первых, имеют иногда более высокий уровень дохода, чем те же профессионалы.
то есть люди, которые досконально изучают инструмент и более щепетильно относятся к выбору инструмента, которые используют инструмент как хобби, то есть уровень знания инструмента как у профессионалов. Вот на долю данной категории, которую можно отнести порядка 25% пользователей электроинструмента, приходится порядка 30-35% приобретения электроинструмента. Ну и оставшиеся 25% приходится на долю так называемых, мы называем их чайниками, люди, которые используют электроинструмент время от времени, ну, чтобы он был дома для чего-то. Естественно, то есть вот первая категория, вот вторая категория. Если говорить о том, какая продукция до января 2021 года была представлена на рынке, то три компании отечественные – это Фиолент, это Лепсия, ну, вот, частично Bosch. Это было вот 5-8% продукции, которая выпускалась в Российской Федерации. 80% продукции, которая представлена на полках, это продукция, выпущенная в Китайской Народной Республике. Но ситуация меняется, и я могу сказать, что к концу этого года вот эти показатели 5-8% превратятся, реально могут превратиться в 15%, а впоследствии в течение еще следующего года в 20-25%. Несмотря на то, что завод в городе Энгельсе, завод Баша, пока находится в простое, стоит рабочий персонал, находится в отпусках оплачиваемых. Но я могу сказать, что в городе Елабуга, Татарстан, в особой экономической зоне Алабуга, я уж извиняюсь за такой тавтологии Елабуга-Алабуга, но это официальное название населенного пункта, официальное название особой экономической зоны. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы завода Интерскоп, обновленного производственного цикла, и с ноября месяца начинается производство достаточно широкого ассортимента сетевого электроинструмента, аккумуляторного электроинструмента, преимущественно профессиональной линейки. Это три модели УШМ-230 с виброзащитой. Это четыре модели УШМ-125, в том числе с повышенной мощностью, с пониженными оборотами, которые можно использовать для шлифовальных работ. Это перфораторы горизонтальные, известные интерсковские модели P26 и P30, но с виброзащитой. Это дрели, три модели дрелей, ударных и безударных сетевых, ну и аккумуляторные инструменты, в том числе популярный в настоящее время Минимакс 12-вольтовый. В Алабуге он будет производиться параллельно с производством в Китае, то есть будет выпускаться и в Китае, и в России. Но российский шуруповерт Минимакс будет отличаться от своих китайских аналогов тем, что будет комплектоваться батареей 3-амперной емкости. Вот тоннельная 3-амперная батарея. Это будет выпускаться в Алабуге. А из Китая будут поставляться шуруповерты со стандартной емкостью 1,5-2 миллиампера. Вот. И будет еще выпускаться интересный продукт, уникальный продукт. Юрий Валентинович позже детально покажет, расскажет. То есть это система мультиинструмента,
система, называется Multimaxi. Это единый привод на базе такого вот шелуповерта, к которому прилагается 17 модулей, каждый из которых преобразуется в отдельный вид электроинструмента, в том числе дрель, в том числе шелуповерт, ударная дрель, перфоратор, УШМ-125, шлифовальная машинка, лобзик, сабельная пила, воздуходувка, сучкорезка, гайковерт, винтоверт. То есть комплексный такой инструмент, который может использовать как строители, отделочники, автомобилисты, плотники, дачники. То есть 17 отдельных инструментов на едином приводе в удобной кейсовой системе. Юрий Валентинович тоже в презентации покажет. Это уже реальность, и рекомендованная розничная цена полного комплекта будет составлять 21 тысячу рублей. И предусматривается как продажа этого инструмента в комплекте, так и продажа инструмента по отдельности. То есть нужен вам привод и какие-то отдельные модули, пожалуйста, будут предусмотрены наборы для автомобилиста, для дачника, для плотника, для отделочника. То есть еще 5 дополнительных комплектов, специализированных комплектов привода с необходимыми модулями. Ну, это вот небольшое отвлечение, анонс, о котором будет подробно говорить коллега из компании КВС Трейд Интерскоу. Кстати, у вас может возникнуть вопрос, я президент Российской ассоциации торговых компаний-производителей, почему я вот так подробно рассказываю об Интерскоу. Дело в том, что мы оказываем консалтинговую помощь компании КВС Трейд Интерскоу, тем более, как я уже сказал, Интерскоу выступал идеологом и основным основателем нашей ассоциации. Поэтому, учитывая интересы других компаний, членов ассоциации, мы прикладываем усилия к тому, чтобы помогать Интерскоу. Кстати, я забыл еще две компании назвать, которые входят в состав ассоциации. Это компания Фиолент, вот один из российских производителей электроинструмента, это компания ПТО. Вот сейчас я уже, кажется, всех производителей электроинструмента садовой техники, членов ассоциации РАДПЭ уже озвучил, которые входили в состав ассоциации до 24 февраля. Что будет, как я уже сказал, Stanley Black & Decker DeWalt, к сожалению, уже ушел. Хотя мы знаем, что на складах и оптовых компаний, и крупных розничных продавцов продукции DeWalt и Stanley еще в достаточном количестве. Хотя мы видим, что продукция группы А постепенно с полок уходит, умывается, ее становится все меньше, меньше, меньше. И не только по DeWalt и по Bosch такая же ситуация, и по Metabo такая же ситуация. Проблемы с запасными частями, поставками запасных частей. Но об этом я чуть попозже скажу, вот возвращаясь к этому слайду. Значит, если смотреть, что такое, что из себя представляет рынок электроинструментов с точки зрения выбора отдельных типов магазинов, то мы проводили исследования и задавали эти вопросы. Причем эти исследования мы с 2010 года проводим ежегодно. И если в 2010 году вот категория интернет-магазин, вот в 2010 году на вопрос, а где вы предпочитаете покупать электроинструмент и планируете покупать электроинструмент, мы стандартный этот вопрос вот из года в год при опросе дублируем. И
там варианты ответов. Значит, специализированные магазины или специализированные отделы хозяйственных строительных магазинов. Это строительные рынки. Это гипермаркеты строительных материалов DIY формат типа Leroy Merlin. Это интернет-магазин. Вот в 2010 году на вариант интернет-магазинов выбиралось выше 2,7%. И из года в год этот процент рос, особенно скачок, всплеск, это отметился в 2015-2016 году. Вот последний замер мы делали где-то в январе 2022 года, вот 32,5% потребителей ответили вот таким образом. А более того, вот в этот опрос мы вставили специальный вопрос с вариантами, а где конкретно и как вы конкретно выбираете принципы покупки электроинструмента. Вот 5,5% ответили, что это импульсивная покупка, то есть приходит в магазин за чем-то другим, видит распродажа, и они идут покупать инструмент. Но это относится больше всего вот к магазинам DIY формата, типа Leroy Merlin. Проходит, видит распродажу, покупает. Порядка 40% выбирают специализированный магазин. В разных вариантах, в вариациях. Кто-то говорит, независимо ни от чего, я интернетом не пользуюсь, я вот просто прихожу в самый лучший магазин в городе, даже независимо от того, что мне нужно ехать через весь город, я приезжаю в этот магазин, там выбираю, мне человек советует, я покупаю. А кто-то отвечает вопрос, я прихожу в магазин, смотрю, щупаю руками, лезу в интернет, либо дома, либо в телефоне, нахожу самый дешевый вариант в городе в магазине, еду в тот магазин, покупаю. Кто-то по-другому заходит в интернет, смотрит, потом приходит в магазин, щупает руками, вот совокупность это 40%, и специализированных магазинов, по нашим оценкам, чуть меньше 10 тысяч в России. Ну, а 32%, как я уже вам сказал, 11% из них это вообще независимо ни от чего, они просто заходят в интернет, смотрят отзывы или оценивают свой собственный опыт и заказывают доставку там на Вайлдберрисе, в Озоне или в специализированных интернет-магазинах, вот, и покупают в интернете. Есть мнение экспертов о том, что потолок интернет-продаж должен остановиться где-то на уровне 40%. Вообще в целом диспут о том, где покупать в интернет-магазинах или в традиционной рознице, ведется вот уже где-то с 2016 года на выставках Митекс. В рамках Митекса ежегодно проводится конференция РАДП. Вот в 2016 году с докладом выступал Алексей Федоров, это управляющий партнер компании 220 вольт. Ему задали вопрос: Алексей Владимирович, а как вы оцениваете? Тут, как он говорит, вы знаете, я могу с уверенностью сказать, что 20% покупают в традиционной рознице, 20% покупают в интернете, а 60% оставшихся это такая сборная солянка. То есть это и традиционная розница, это интернет, и традиционная розница с использованием интернета. И в принципе вот результаты нашего исследования, опроса это показывают. Значит, о том, что творится на рынке электроинструмента, значит, по итогам 2021 года объем рынка составил 20 миллионов единиц, 20,5 миллионов. К 2020 году рынок прирос на 11%. Лидером по объему ввоза был Вихрь Ресанта, второй Bosch, Stanley Black & Decker, Makita, Metab, Interscope, Zubar, Dexter и так далее по неспадающей.
В первом квартале 2022 года, в принципе, тенденция почти сохранилась. Единственное, что по итогам первого квартала Интерскоут, в частности, спустился аж на 9-е место. Лидировал Вихрь, 2-е место Bosch, Stanley Black & Decker, Deca, Mitaba, Dexter и Practical. Но на окончание первого квартала, на середину первого квартала приходится то событие, которое мы вот каждый день слышим, 24 февраля, начало специальной военной операции на Украине. И после этого момента рынок стал серьезно меняться. А вот по итогам первого полугодия Вихрь остается на первом месте, Makita. На третье место с 9-го выходит Interscope, объем ввезенной продукции. Дальше Bosch, Dexter, Deca, Zubr, Mitaba. А если посмотреть по итогам второго квартала, то по итогам второго квартала больше всего продукции на рынок ввезется Interscope. Второй Makita, дальше Вихрь, Pit, Dexter, TTI, это Milwaukee, Ryobi, Zubr, Deca. И вот где-то уже вот Mitaba, у них объем всего лишь 38 тысяч, Bosch 28 тысяч. Более того, это можно с уверенностью говорить о том, что это продукция, которая была поставлена в путь где-то вот в последних числах февраля, потому что логистика поставки из Китая до России составляет где-то там от 30 до 40 дней, если железнодорожным транспортом это 40 дней, если морскими контейнерами тоже порядка 40 дней. И получилось, что растаможка этого продукта пришлась на первые числа апреля, то есть это уже второй квартал, то есть это начало второго квартала. Вот. Из общения с коллегами, вот в частности, мы проводили маркетинговый комитет 15 сентября, присутствовали представители компании Makita, Lead Trading, Interscope, Вихря, Штиля. Значит, из общения с ними прошла информация, что Mitaba завезло за третий квартал, то есть в августе, два контейнера, в Bosch зашло три контейнера всего-навсего. Что такое два контейнера? Ну, это где-то 2500-3000 единиц отдельных изделий. Если мы говорим о садовой технике, это вообще 200-300 единиц, там снежки, там мотоблоков, это 200-300. Там болгарок, это, ну, от, в зависимости от диаметра круга, то есть это от 2,5 до 4-5 тысяч единиц в контейнере. То есть вот, чтобы вы представляли объем. Значит, сегодня-завтра мы должны получить статистику по третьему кварталу от Федеральной таможенной службы, и мы уже увидим, что творится. Но самое главное, коллеги, самое главное то, что я вам обращал ваше внимание, что по итогам 2021 года прирост рынка составил 11%, по итогам первого квартала прирост оставался 3% к первому кварталу 2021 года. А во втором квартале падение, к второму кварталу минус 50% продукции. То есть вот и понимаете, и конечно сейчас на рынке в розничных магазинах вы еще видите определенный ассортимент продукции. Но, как я уже говорил, но этот ассортимент постоянно вымывается, вымывается, сокращается, сокращается, уменьшается. И проблемы с запасными частями. Это нехорошо, это плохо, но это объективная реальность. И мы прекрасно понимаем, что происходит с брендами. Бренды не хотят уходить с российского рынка. Потому что по экспертным оценкам, ну, Mitaba где-то 15-20% своего объема продаж у них приходится на российский рынок. У Bosch это где-то порядка 10-15%. Если говорить о Mitaba, то Mitaba достиг вот этих позиций за какие-то последние там 5 лет. Они
из бренда, который, ну, был середнячок, да, хороший, качественный, они вышли в лидер. В лидеры по продажам аккумуляторного инструмента, в частности, шуруповертов, аккумуляторов, они были лидерами по итогам 2021 года. Самая продаваемая модель была Metaba PowerMat. Там, если смотреть статистику, они везли порядка из 5,5 миллионов 800 тысяч единиц шуруповертов приходилось на Metaba. И отдавать этот рынок просто так вот, то же самое Bosch. То есть люди тратили ресурсы, не только денежные, но и человеческие ресурсы, на то, чтобы зайти на рынок, занять эти позиции, просто так отдавать. Вот, просто вот, ну, естественно, это происходит под большим давлением политиков европейских, американских, западноевропейских, но мы имеем то, что имеем. И здесь встает вопрос о том, что необходимо проводить замещение продукции. Этим вопросом серьезно озадачивался Минпромторг Российской Федерации. Наша ассоциация взаимодействует активно с Минпромторгом, с департаментом и с отделом станкостроения, к которому относится электроинструментальная отрасль, электроинструментальный рынок России. И сейчас разрабатывается концепция развития отраслевого рынка и отрасли, электроинструментальной отрасли Российской Федерации. Вот динамика, как происходило изменение рынка с 2008 года. И мы делали прогноз, и прогноз... Пессимистичный прогноз – это фактически падение минус 60%, минус 40%, минус 25%. И если смотреть по таможенной базе, по оптовому рынку, то вполне возможно, мы будем где-то находиться вот посередине, где-то минус 50% по итогам года. Если смотреть по розничным продажам, а мы сейчас очень внимательно смотрим и получаем данные о розничных продажах на территории Российской Федерации, конечно, это была сложная задача. До мая этого года единственным источником информации была единая платформа, управляющая единой платформой Евгений Вискин, который взаимодействовал порядка, ну, вот по сентябрьскому отчету, он представил, у него подключено было 161 магазин. Ну, извините, 161 магазин, а специализированных магазинов, по нашим оценкам, около 10 тысяч. Вот. И не совсем устраивал корректность данных. То есть они были очень подробные, очень качественные. То есть вплоть до того, сколько там отдельных моделей инструментов, садовой техники продается в каком-то конкретном магазине, который подключен к этой системе. Но ситуация по рынку, она немножко отличается. И здесь мы заключили контракт с оператором федеральных фискальных данных TAXCOM, который обслуживает 3700 магазинов в 71 субъекте федерации. И там уже более объективная картина. Я об этом чуть позже покажу. Покажу на графиках и расскажу, а как меняется реальный рынок розничных продаж, а как меняется рынок для потребителя, это вы сами все увидите. Соответственно, вот сейчас вопрос, как быстро рынок выйдет из кризиса 2022 года. Потому что вот это уже третий кризис. Первый кризис пришелся на 2009 год после 2008 года. Но мы тогда из этого кризиса достаточно легко и просто вышли. Вы видите, что в 2010 году объем продаж уже достиг 90% от объема 2008 года. Очень тяжелый кризис для отрасли был 2015-2016 год, когда падение после вот максимальный объем рынка был в 2013 году 23 миллиона изделий.
электроинструментов было ввезено и продано. И падение больше, ну, фактически на 60% в 2016 году. Падение продолжалось до первой половины 2017 года, и вот со второй половины 2017 года пошел рост, который продолжался до 2021 года. Притом, если до начала пандемии мы видели, что была прямая зависимость уровень благосостояния населения России, уровень доходов в долларах США, потому что в рублях мы имеем постоянный прирост, стабильный прирост от квартала к кварталу, то вот в долларах США, так как у нас товар, вы видели, преимущественно импортный, он зависит от себестоимости в долларах. Мы видели, что если уровень доходов населения повышается в долларах США, через либо в следующем периоде, в следующем квартале, либо через квартал, всплеск объема ввоза продукции. Если уровень доходов падает, то, соответственно, в следующем периоде, в следующем квартале падает и объем ввозимой продукции. То есть это была такая зависимость прямая. То, начиная с 2020 года, со второго квартала 2020 года, начала пандемии, произошла полная разбалансировка. Уровень доходов упал, а объемы ввозимой продукции как электроинструмента, так и садовой техники росли, росли, росли. И мы понимаем, что основным источником информации должна быть статистика по продажам в рознице. Хотя у нас была прекрасная модель с 2016 года, у нас прогнозные показатели мы выстраивали, и отклонение было плюс-минус 10%. То есть для прогнозирования плюс-минус 10% это была шикарная, уникальная модель. Она действовала до 2020 года. То есть с 2020 года мы отказались от нее просто. Значит, перспективы развития рынка электроинструментов — это увеличение, то есть уход таких игроков, как Stanley Black & Decker, Hycock. Сейчас вопрос стоит по Metabo, по Bosch, к сожалению, потому что у Bosch есть, мы знаем, что они проводят серьезные сокращения. То есть половина персонала офиса в Химках, российского офиса, было сокращено. Они продают бизнес по белой технике, это официальная информация. Два завода в Гатчине под Ленинградом продаются. И в подвешенном состоянии сейчас судьба завода в городе Энгельсе, где выпускаются в том числе электроинструменты, некоторые автокомпоненты и газовое оборудование. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы такие бренды, как Bosch и Makita, все-таки остались на российском рынке и продолжали свою деятельность. Но ничего не ясно, непонятно, что будет дальше. А, как я уже сказал, задачи у нас стоят очень серьезные. И даже те территории, которые сейчас вошли в состав России, их надо восстанавливать. Строительный инструмент будет необходим, и строительный инструмент профессионального уровня. Поэтому задача замены электроинструмента профессионального уровня, она стоит перед теми компаниями, которые остаются на рынке, в частности, Interscope перед собой такую задачу ставит, и подготовлена линейка уникального инструмента. Об этом подробнее вот Юрий Валентинович расскажет. Об этом вот Алексей Константинович подъехал, директор департамента сервисного обслуживания компании Glastrade Interscope. И Алексей Константинович, кстати, сможет ответить на все вопросы подробно касаемо запасных частей и сервиса. Но сразу хочу немножко сказать по запасным частям. Этот вопрос крайне актуален, задается большинством коллег ваших, то есть представителей розничных магазинов по всей стране. Могу сказать, что если еще 2 года назад дефицит по запасным частям
мастерского составлял порядка 70%. В начале 2022 года дефицит по запасным частям составлял где-то в пределах 30-40%, то на сегодняшний день дефицит запасных частей по основным группам электроинструментов составляет 10, максимум 15%. Правильно я говорю? До 20, то есть благодаря практически 80% заявок. Ну, в принципе, сегодняшний день даже можем посмотреть. И как Кличко там говорит, конечно. А чуть иначе, то есть. Значит, сегодня посмотрим то, что у нас по вчерашнему дню было даже, и я вам дам циферки, которые у нас с начала этого месяца были, чтобы далеко не уходить. Каждый месяц у нас наполнение увеличивается. В принципе, те, кто работает с нами по сервису и получает актуальные бланки заказов по запасным частям, они видят, что у нас идет увеличение наполнения и амбулатуры по складу. Плюс, как сказал коллега, помимо того, что у нас есть свои сотрудники, сервис мы расширяем, мы сейчас взяли конкретно директора из сервиса Паша, и вот то, о чем говорил коллега, оно имеет место быть. То есть вот сейчас у нас развитием, допустим, будет заниматься директор сервиса Паша. Сегодня, наверное, по-моему, кто-то из вас его знает. То есть фактически, то есть как бы штат, частично может перекочевывать к нам, каким-то может быть конкурентам, да еще куда-то, больше точно выходит 100%. С метаба, ну я думаю, Евгений ролики, наверное, смотрели, и он может дать комментарий по метабу. То есть они не то, что там будут выходить, а по сервису завалились. И мы сейчас ключевую компетенцию и вообще акцент ставим, в том числе на сервис, по части обеспечения запасными частями и выполнения гарантийных инструмент не был одноразовым, чтобы он мог ремонтироваться, чтобы жизненный цикл его был больше, то есть это не грубо говоря, это первые поломки, потом отнесли его выкинули. То есть если, допустим, в центральных регионах еще как-то заработок позволяет людям взять и отказаться от ремонта инструмента, то возьмем Белгородчину, Воронеж, там, я не знаю, еще другие регионы, то есть как бы ремонтов там гарантийных, постгарантийных и больше. Я больше могу сказать, что подтвердить ваши слова, вот то, что сейчас произнесли, по тем же нашим социологическим опросам, когда мы 10 лет назад, там 5 лет назад задавали вопрос, а в создавшейся ситуации, что вы предпримете, купите дорогой бренд, дорогого бренда, несмотря на то, что он дорогой, либо отечественный, либо там китайский, чтобы было. Там один из предпоследних вариантов ответа был отнесу инструмент в сервис. Последний был откажусь от покупки до лучших времен там, из-за там, уровня дохода. Вот сервис выбирали где-то меньше 0,5%. Еще 5 лет назад, еще 10 лет назад. Здесь, на самом деле, сейчас по последним исследованиям вопрос отнесу в сервис составил 11,5%. Рост 20 раз актуальности сервиса в настоящее время. То есть люди опять вспомнили о том, что есть сервис и что сервисом нужно пользоваться. И я думаю, сегодняшняя ситуация на рынке, она только увеличит число сторонников использования услуги сервисного обслуживания. И если говорить вот, в продолжении, вот, Алексей Константинович, ну, еще можно слово дать, подумайте, какие вопросы у вас будут по сервису. Я, кстати, вот еще раз, вот Алексей Константинович тоже говорит, не надо тянуть до последнего, вот в процессе общения задавать вопросы, если они есть. Ну, когда время выделят, ребят, чтобы все вопросы, ну, плюс-минус, чтобы все слышали, присутствовали, потому что часть вопросов, она, возможно, насущная, да, то есть, как бы, она у многих будет повторяться, какие-то сидят, улыбаются, что-то уже придумал я. Ну, в общем, я думаю, что можно будет на все ответить, я здесь до конца, то есть, как бы, как, пока я до последнего, как говорится. Вы еще с самого главного момента сказали, стоимость запчастей сейчас. Да, и стоимость запчастей, ребят, дешевая.
можем принять, изменить. Попросить сервисный центр провести гарантийный ремонт, то есть как бы изменить свое решение в пользу клиента. То есть там есть частичные какие-то навстречу, да, шаги, там, когда, допустим, запчасти предоставляем бесплатно, а клиент только платит за гарантию, ну, за ремонт сам по себе. Либо там полностью, то есть как-то принимаем решение там, старикам и еще кому-то. То есть, здесь... Ну да, система лояльности, система социального обеспечения, она... Я думаю, что на сервисе давайте отдельно заработаем, потому что долго можно рассказывать. Это отдельная тема, и мы специально попросили... Про ассортимент, когда можно вопрос задать? Что? Про ассортимент. Ассортимент чего? Инструмент. У вас получается, смотрите, очень много шуруповерта, да, много всякой продукции. Ну а почему у вас нет импактов, импульсной винтовертки? Я вам могу сказать, это новинка, это будет представлено на выставке на Мидексе, приезжайте, уже полученные образцы первые, 12-вольтовый, вот очень похож вот с этим вот 12-вольтовым. Но это идентично? Нет, 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 там другой двигатель, более мощный, ну тоже вентильный. То есть он по габаритам, он вот чуть поменьше за счет отсутствия патрона. А диаметр где-то на 10 мм больше, чем вот у этого, но на 12-вольтовой батарее. А, значит, крутящий момент на 12-вольтовой батарее 125 ньютон. А, и гайковерт, аналогичный гайковерт с крутящим моментом 250. На 12 вольтов. Я сейчас уже я его только вот только вот буквально позавчера увидел в техническом центре. Вопрос именно дальнейшей информации, как мы давать ее будем. Но фактически мы планируем его производить не только поднебесный, но еще и у себя на производстве. Просто шуруповерт. Импакт там очень востребован. Ну, у нас уже запросы пошли на корпуса, то есть кровельщики и прочие начали набирать эти машины, потому что ну, корпус какой-то комплектующим. И они действительно себя неплохо показали, даже вот эти машины, эти мини-макс. Фактически с 1 января задача стоит, импакты уже есть, чтобы поступили. Там еще плюс комбинированная модель, да? То есть с. Сейчас вот есть комби на базе API, аккумуляторной платформы Интерскоу, но также уже первая партия зашла на базе мини-макса 12-го вот такого. То есть это уже есть, и это уже в розницу поступает. Вот, вот насадки, которые там, вот 90 градусов, пожалуйста, вот эксцентрик, пожалуйста, патрон. Для мини-максов там предусматривается еще цанговые, в общем, вот это все есть. То есть об этом вот Юрий Валентинович расскажет более подробно. Да, чуть то позже, после чуть брейка, да. Да. Ну, а теперь движемся дальше. То есть вот в завершение сказать по этому слайду я хочу сказать, ну, о перспективах открытия завода Интерскоу в Алабуге, я вам говорю. Это до 1 000 000 изделий. В первый год, в дальнейшем планируется на втором этапе открытие производства аккумуляторов. Уже оборудование для производства закуплено и оно ввозится в страну для монтажа. То есть в первой половине 2023 года планируется организовать производство аккумуляторов. Притом Интерскоу выходит на рынок с новыми аккумуляторами, уникальными, я уже озвучивал. То, что 3-амперные вот, тоннельные аккумуляторы, кроме того, разработанные аккумуляторы под API 8 и 10 амперные, вот в таком же корпусе. Единственное, там габариты корпуса будут чуть больше, по 5 мм будут выдаваться в стороны, но посадочное место под крепление оно будет идентичным под все инструменты, которые уже проданы. Вот этот вот API Max батареи можно будет использовать. А габариты, вот здесь вот 4-амперная батарея API. Вот в таком корпусе будет 10-амперная. Там будут использованы другие элементы. И, кстати, вот по 8-амперным батареям цена рекомендованная
порядке 5000 рублей. Да, но ведь чуть-чуть марочка, конечно, не совсем для комп, то есть чуть-чуть он больше будет, он где-то полтора раза будет больше по корпусу, но не суть. Не по толщине, да. Но у вас же не будет проблемы, как бы стендер. У них же была одна проблема, сначала заплатили одну, и потом раз. Да, потом, потом адаптеры к ним, да. Адаптеры какие-то выдумывают и все. Нет, надо, здесь такого не будет, потому что компания QS Trade Interscope буквально в прошлом месяце создали научно-образовательный центр совместно с Самарским государственным техническим университетом. Там квалифицированные коллеги, которые занимаются проектированием электроники, уникальные вещи формируют как электронщики. И когда мы говорим о батареях и о емкости, все в первую очередь говорят, а какие элементы? Элементы, но при этом забывают о том, что батарея это не только набор элементов, это еще и плата электроники, которая эффективно управляет разряд зарядом аккумулятора и позволяет эффективно крутящий момент формировать. Это очень важная вещь. И вот самарские коллеги из технического университета, они сейчас разработали уже разработали давайте. То есть платформа, вот видите, аккумуляторная, да? Вот, правда, сейчас пока ручное переключение, но возможно работать как, допустим, в параллельном исполнении, так и в последовательном исполнении. То есть либо вы можете тут 4-амперные батареи, 18-вольтовые, использовать как 36-вольтовые, 4-амперные. Либо вы можете использовать как одну 18-вольтовую 8-амперную. То есть, вот то есть уже в одном аккумуляторе она может работать, грубо говоря. Нет, условно говоря, два аккумулятора вы преобразуете либо в один такой, либо в один такой. Ну, в зависимости от движителя, на самом да. деле. Здесь привод, у нас уже линейка появилась приводов, и они разные по мощности. И почему, допустим, более мощный будет аккумулятор, потому что условно, то есть той емкости, того толка, который дают обычные аккумуляторы, недостаточно для того, чтобы какой-то мощный движитель, да, приводить деньги.
полгода сетевых инструментов, сделали бронирование. Мы не знаю, говорили об этом, нет? Нет, еще пока. Да. Ну не суть, то есть, просто сделали, то есть, для МШМ все бронировали. Потому что, ну, мы пришли к тому, что то есть, как бы, ну, люди зачастую перегружают, и это дополнительно защитит и потребителя от каких-то последствий. То есть это то же самое бронирование, Евгений подтвердит, оно может спасти. Евгений ее. Ролик снимал. Оно в цементе песок засыпало. Оно может спасти, то есть как бы как статор, то есть как бы, потому что вот, допустим, одновременный выход статора якоря, допустим, когда повторное включение вот этого неисправного инструмента, он может даже спасти от того, что инструмент не признается гарантийным. То есть по итогу. Ну, у нас в Белгороде, я не знаю, как в других городах, 65-70% мастеров в основном сидят на аккумуляторном инструменте, начиная с болгарки. Так это удобно, потому что пришел на объект, то есть как бы сети нет, тебе надо либо генератор иметь, как автоном всегда с собой возить, там, или еще что-то. Сеть проведи, через провода спотыкайся, то есть как бы, ну, собирай там кучу, вот эти узлы бежи и развязывай жизнь. Это нормальная тема. Скажем так, ну, в Белгороде там максимальное высотное здание какая сейчас? 18. 17. Ну вот, а в других городах, миллионник, там уже 24-этажные, а в Москве это уже 35-этажные. На верхние этажи тянуть там, допустим, переноску, это вообще немыслимо. Ну вот и тот же самый наш аккумулятор 18-вольтовый, он дает 80 ампер, то есть 83 ампера даже дает по выходу. 83 ампера у нас из курса физики, да, то есть сколько это мощности? То есть мы уже за 720 смотрели. 700 ватт это по сути. Нормальный препарат, который можно выполнять. Более-менее адекватная работа. Но, ребята, вот здесь надо тоже понимать нюансы. То есть то, что мы позиционировали и говорили о том, что двигатель коллекторный, то есть и вентильный, у них разные КПД. Те 80 ватт, ну там эквивалентную мощность мы ввели, такое понятие, да, условно. То есть, как бы, но реально это два разных двигателя. То есть у кого-то уходит энергия аккумулятора в тепло, то есть вентилятор тот же самый, вентилятор тоже надо считать, потому что вентилятор 10% может сожрать мощность двигателя. То есть, а где-то оно уходит реально в КПД, да, то есть его. И если посмотреть вентильные двигатели, то есть бесщеточные, и посмотреть коллекторные движки, то есть это два разных двигателя. Это 30% разницы. Ну, то есть это условно, как и по моменту, но и характеристикам он более правильный и более грамотный. То есть он дает. Внешняя скоростная характеристика, она лучше. То есть, ну, это понятно, да вот это все, оно уже все, наверное, давно уже бесщеточное. Но просто говорю, что потребности, вот если в отделке хотите заходить, надо более уверенно как-то линейку сделать. Ну, у нас же, смотрите, у нас же тоже сегмент, то есть как бы мы не только сейчас стараемся залезть, заместить там уходящие бренды там, профессиональные, потому что часть продуктов, она уже под профессиональные бренды конкретно сделана, то есть чтобы их выбить, да, там, и заместить на рынке. А она еще и для бытового класса. Вот какому-то, я не знаю, дедушку, которому там надо что-то прикрутить, ну, зачастую, или просверлить, то есть как бы, ну, без разницы, что там будет. Ну, объективно. Ему даже на габариты будет зачастую все. Когда этот маркетинг, который мы рисуем, там, типа КПД или еще что-то, вот, только замороченные будут понимать и как-то углубляться. И здесь вопрос именно продаж. То есть как вы это продавать будете, какая у вас мотивация, какая наценка там и прочее, прочее. Больше важный момент. Единственный инструмент должен быть ремонтопригодным, надежным, то есть как бы не так, чтобы они купили и через 2 часа его принесли, хотя такие тоже моменты бывают. Ну а в целом, если говорить, это линейка API, аккумуляторная платформа Interscope, это изначально позиционировалось как профессиональная аккумуляторная полностью. Мы более она вся на вентильных двигателях. Вот. Да, и если вы помните, вот эти вот аккумуляторы, вообще форм-фактор этих аккумуляторов, у нас он появился с моделей еще Felisati. Это Felisati, который был наш. Это Felisati, который производился на наших итальянских, испанских заводах. То есть как бы и плюс то, что производилось в Корее Kia.
довольно-таки серьезный производитель. И нужно понимать то, что вот мы мало того, что это аккумуляторные платформы, закрыли вопросы с аккумуляторами, те, которые даже от Ferrisati были, еще плюс для себя, довольно-таки не переходя на другой тип аккумулятора, можно зарядное устройство использовать, можно эти аккумуляторы использовать на Ferrisati-ских моделях. Потому что срок службы изделия, если оно там не интенсивно эксплуатируется на литий-ионном аккумуляторе, то есть как бы оно зачастую определяется, и цена его, она определяется именно аккумулятором и зарядными устройствами. Раньше аккумуляторы, допустим, были без контроллеров, то есть элементы определялись только, да, самого изделия. Потому что аккумулятор стоит мог 1 до 30% стоимости, ну, комплекта. Да? То есть вот два аккумулятора 60% стоимости изделия. То есть и вот эта фишка того, что мы, в принципе, клиентские сохранили, и, как говорится, своих потребителей, которые привязались к Ferrisati, не кинули, она нас просто-напросто даже где-то в более выгодном положении ставит относительно конкурентов, потому что Ferrisati мы выпускаем с, выпускали с 2013 по 2017 год, пока не продали бренд. Даже продав его, мы его обслуживали, то есть по гарантии. То есть не уже наши изделия, они условно выведены были с оборота, мы все равно их обслуживали до 2020 года. То есть, аккумулятор можно использовать в Ferrisati. Ну и плюс сейчас появилось, я извиняюсь уже, для Кускульбез, на Алиэкспрессе появилось большое количество всяких адаптеров под аккумуляторы Interscope для различного инструмента, это вы так, имейте в виду. Потому что цены на аккумулятор у нас хорошие. То есть, и плюс к этому еще и гарантия 2 года дается. Да, цены на аккумулятор у нас хорошие, вот для того же самого DeWalt или еще чего-то можно сейчас спокойно, то есть как бы приобрести переходник. Это будет очень тяжело у вас обменовать, как то, что он не большой. Ну, здесь, да, здесь она определяется элементом, который используется. То есть тот или иной производитель, то есть у нас 17560, да. Можно вопрос? Да. По сервису вопрос. Существуют ли конкретные специнструменты по ремонту у Интерскола? Существуют ли технические схемы, не схемы, а техническая инструкция по каждой модели? Да, на самом деле рабочую инструкцию мы сейчас создаем. Вот, кстати, с приходом нового сотрудника из Баша у нас как раз таки один из вопросов тех, которым он занимается, будет. Мы вводим стандарт работы сервиса. То есть и под этот стандарт будем переквалифицировать непосредственно сервисные центры. У нас будет что-то типа ТИСа, возможно, я в курсе, то есть, что это такое, такой технический документ, не просто разборная инструкция, а какие-то
Воронеже, там, я не знаю, подаляку взять того же самого.
есть они не изменяются так, как вы думаете, что они типа, они по-любому инертны, потому что эта группа А, она не может взять и быстро быть выведена даже, то есть, как бы, потому что есть на нее план, есть под нее производство и прочее, прочее, прочее. Группа С – это отдельная песня, то есть, как бы, но группа С, если мы ее сравниваем с группой А, то есть, как бы, она составляет 20%. И мы даже не рекомендуем там держать какой-то запас запасных частей, ну кроме там якорей и выключателей. Маркетплейсы что продают? Группу С? Маркетплейсы продают все. Да, а что там покупается? Все вот это группа и продукт покупается. Нет, ну смотрите, то есть как бы здесь просто... Здесь уже вылазит вопрос о возврате. Вы говорите, вот возвраты. Так. Так, а человек приходит и говорит, я не хочу, я хочу возврат. И начинается. А вы говорите, вы делаете. Нет, у вас в конце уже происходит, звоните вы человеку. Нет, 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 давайте так. Я же сказал, мы оперируем первое законодательством, то есть как бы второе, непосредственно лояльностью. Да, там у нас эти два момента, они очень жестко переплетаются. Когда у нас мы говорим про возврат, то есть как бы, пожалуйста, все послушайте, да, касательно этого момента, у нас ничего не меняется, никакие моменты, мы там не переобуваемся на ходу, как многие, да, то есть как бы на лету. Действительно, то есть как бы есть нюанс, когда клиент не хочет ремонтировать изделие. Если он обратился в течение 14-дневного срока, и он, у него есть заявление о том, что он не хочет ремонтировать изделие, мы всегда идем навстречу. То есть если у него в течение 14-дневного срока случается гарантийный случай, то есть как бы мы всегда идем навстречу и всегда осуществляем возврат. Далее нецелесообразно, потому что изделие было в эксплуатации. То есть как бы его восстанавливать нам тоже нет смысла. То есть как бы и прочее, 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 отсюда вытекающее. То есть мы будем его ремонтировать. Если повторно клиент приходит в сервисный центр, что нам говорит законодательство? То есть как бы мы должны отремонтировать при повторном ремонте, то есть как бы если за год второе обращение, да, было в течение 30 дней. И вот здесь как раз таки играет вот то, что, о чем вы сказали. Если мы затянулись со сроком поставки комплектующего, либо его не поставили, то там тоже в рамках законодательства, то есть как бы осуществляется возврат. То есть ну, там уже 30 дней, не 45 дней, допустим, а 30 дней, то есть как бы осуществляется ремонт. И там тоже вариантов нет отказать клиенту, если действительно, то есть как бы вина производителя, а дефект признан гарантийным. Если он является не гарантийным, на каком основании мы будем осуществлять возврат? Вот это еще проблема. Ну основание, потому что дедушка пенсионер. Это основание, да. Но тогда люди звонят на горячую линию, просто отправляют на горячую линию. И через горячую линию это все решается. Проблема гарантийности. Проблема? В сервис приходишь, это не гарантийный случай. Вот. Нет, нет, коллеги, я предлагаю вот эти вопросы обсудить, когда вот Алексей Константинович будет. Мне на самом деле, мне даже радостно, то, что вопросы задаете вы. То есть, как бы, у нас есть два момента, по которым мы принимаем, да, то есть как бы гарантию или нет. Первое, то есть как бы, опять же, наше понимание работы инструмента, наш опыт, то есть с учетом статистики отказов и всего остального. Второе, у нас есть у каждого сервисного центра, то есть как бы каталог неисправностей, которые, если взять там Makita, Bosch, там, Interscope и прочее, там неисправности все типовые. То есть в этом каталоге неисправности. Фактически этот каталог неисправностей, он как пособие лежит у мастера на приемке. И он просто-напросто подводит человека и говорит, смотри, вот твой случай конкретно описан. И он должен показать ему, то есть, как бы, что у него вышло из этого. Это нормальная, качественная работа приемщика и сервисного мастера. Можно еще нормально? Вы не брали это точно. Коллеги, у меня предложение вот по сервису сейчас завершающий вопрос. Да. И дальше уже когда... Просто вы навязываете группу А купить, правильно я так понимаю? Мы рекомендуем, мы не навязываем. Нет, это две разные вещи. А зачем тогда вот это? 300 рублей, если вы хотите дополнительно заработать, вы тогда к себе на склад положите, то есть как бы изделие комплектующее. И поверьте мне, на один гарантийный ремонт до 8 идет постгарантийных ремонтов. То есть как бы, если вы быстро выполнили гарантийный ремонт, условно вы этого клиента привлекаете на постгарантию потом. На обслуживание, на прочее, прочее, прочее. Так и вам же интересно, то есть как бы купить оригинальный комплектующий, который действительно сейчас у нас интересный по предложению и стоимость этих запчастей, она действительно интересна, то есть как бы, нежели покупать какой-то аналог и ждать его. Вам же интересно тоже быстрый ремонт произвести. Вы здесь изделие разобрали со склада, быстро комплектующий взяли, поставили его, не убирая изделие при этом. А если у вас нет комплектующего, вы вынуждены что сделать, Евгений?
Ну давайте вот просто скажите, то есть как бы, поверьте, вот, вот даже вот, вот не полный пальц, да, то есть как бы этой руки и достаточно было, чтобы перечислить. Кто остался? Штурм. Штурм? Это сильный, да, правильно? Ребят, нет, просто вот давайте перечислим. Нет, я не конкретно кроме себя. Я не конкретно кроме себя, ребят. И я не политику здесь пришел сейчас рассказывать и прочее. Просто давайте объективности какой-то добьемся. По количеству проданного и ввезенного инструмента. Не только в этом регионе, а вообще по России. С кем можно развиваться? А вот я сейчас как раз тут показываю. По итогам этого года, по итогам 2020-2021 года. Кто сколько продал? 10 основных брендов. Ну, к сожалению, штурма там не учитывали. Не суть. Ну, я думаю, что можно и штурм показать, попросить, чтобы дали нам количество проданного, раз он прозвучал, здесь просто показать, чтобы люди понимали, то есть, где конкретно. Есть регионы различные, вот центральный регион, одни бренды идут, там, я не знаю, Дальний Восток, другие бренды, то есть, как бы, Урал, там, третьи бренды идут, то есть, как бы, но есть общая таможенная база, то есть, как бы, которой можно воспользоваться, она в открытом доступе находится, где можно посмотреть, какое количество инструментов действительно продается. И от этого, то есть, как бы, я думаю, что у многих, ну, взгляд на бренды даже меняется. Потому что, ну, по сути, продажи определяют, то есть, как бы, рынок. То есть кто куда ведет. Я извиняюсь, я просто долго могу обещать. Да. Давайте выйдем. Да, давайте. Вот как раз затронут вопрос, а что продается в России? Реально, в рознице, что продается? Вот по данным Федеральная платежная система Taxcom, которая обслуживает 3750 магазинов розничных, специализированных в 71 субъекте федерации. Ну, тут можно сказать, что в каких-то субъектах там магазинов меньше, в каких-то больше. К сожалению, вот если говорить о Белгородской области, Смоленской области, Брянской области, здесь достаточно мало магазинов, которые подключены к Taxcom. На юге Астраханской области, там Республики Северного Кавказа тоже мало, но вот Урал, Башкирия, там Сибирь, там достаточно большое количество магазинов, там Москва, то есть, Татарстан, Поволжье, то есть там достаточно большое количество, 3750. Если говорить о конкретном субъекте, то это может быть некорректно, но в целом по стране 3700 из, вот я вам показывал цифру, где-то порядка 10 тысяч магазинов специализированных, это уже эта статистика достаточно корректная и репрезентативная. Так вот, у нас есть статистика, начиная с января 2020 года, по трем основным группам электроинструментов. Это аккумуляторные дрели, это сетевые УШМ и сетевые перфораторы. В совокупности это 55% рынка электроинструментов. Вот эти три группы занимают по объему продаж. Так вот, данные по аккумуляторам, дрелям, шелковертам. Здесь вот данные по сентябрю пришли достаточно недавно, где-то в пятницу я физически не успел вот обработать и ставить. Вот по итогам 8 месяцев. Вот как с января по август изменялась вот, продажа по аккумуляторным дрелям. То есть они прирастали. Значит, в сентябре, к сожалению, мы наблюдали 10% падение продаж по аккумуляторным дрелям, если суммарно, то есть вот в сентябрьских цифрах, то есть не 8700, а где-то 7900. Значит, вот как менялся рынок с января по июль, вот августовские цифры. Значит, вот смотрите, лидером в январе, феврале, в марте по объему продаж аккумуляторных дрелей шелковертов являлся Метаба. На втором месте шел Вихрь. А после тех событий, которые вы знаете, в апреле, а это связано было с тем, что большинство брендов привязали свои цены к долларовому эквиваленту, в лидер выходит Вихрь. Интерском на втором месте, Метаба на третьем. Спадающий бренд. Вот картина май месяц. Май, июнь, июль. Наибольший объем продаж аккумуляторной дрели отмечался у Интерского. А в августе, ну, лидером по продажам
опять вышел Вихрь, на втором месте Интерскол. Вот суммарно по 8 месяцам, вот Вихрь, Интерскол. Но в сентябре абсолютно картина поменялась. 2100 единиц за Интерсколом, 1650 единиц за Вихрем. И, соответственно, вот эта картина по 9 месяцам. А наибольший объем по итогам 9 месяцев за Интерскул. Там на 60 единиц, это как бы в зоне статистической погрешности, но Интерскул, вот, если это смотреть в сравнении с 2020-2021 годом, то вот в 2020 году наибольший объем продаж отмечался у в первом полугодии 2020 года у Вихря, дальше шел ПИТ, дальше Метаба. В 2021 году лидер Метаба, Вихрь, Макита, ПИТ и Интерскол. И сейчас вот Интерскол выходит по аккумуляторным дрелям на первое место, и это за счет вот этой вот модели. То есть если в прошлом году Пауэрмакс метабовский был самым продаваемым, то сейчас по данным Интерскола за 9 месяцев продано более 60 тысяч единиц. Валберис, спасибо, у них ниже закупочки. Вы знаете, не только Валберис, это, конечно, беда, это проблема. Но зайдите туда. То есть, как бы, вот, нет, почему так вот? Ниже закупочная цена. Это, ну, на самом деле это понятно. Сейчас распишется все, то есть как бы, но это объективно, то есть есть товарищи, которые заходят туда для отмытия денежных средств. Это обманщики. То есть, и они как раз таки довольно-таки серьезно рынок коллекторов. Ну вот почему говорить? Вы же сами прекрасно все понимаете. Тот же самый BR-RO. Еще можно тем, кто у кого или кто на слуху. Вот берем ценность даже, довозим и смотрим в интернете. Первую страницу просматриваем, то есть как бы, будут обманщики. Будут те, у кого там, грубо говоря, висит просто ярлык, то есть как бы те, которые дают какую-то ссылку, то есть как бы там типа стоит сейчас столько-то, там переходишь на сайт, нет наличия там или еще чего-то. То есть это все прекрасно понятно. Коллеги, понимаете, вот если год назад, до того, как Интерскол вывел на рынок вот эту модель, минималка 12, самой продаваемой Интерскол модели было промо 18-вольтовое, то вот сейчас, общаясь с вашими коллегами из других регионов, розничными продавцами, говорят, вот на 7 проданных таких вот приходится 2 таких и 3 12-вольтовых тоннельных проданных. Ну ничего скрывать, то есть еще на самом деле была мотивация, кто ее помнит, кто-то реализовывал мини-макса, то есть эта мотивация, она была в МСТ, да? Да, 1000 рублей. То есть. Об этом мы будем тоже говорить, вот Василий Васильевич будет говорить, да, после обеда. Эта мотивация действует постоянно, акции действуют постоянно. И здесь, то есть вот на сегодняшний момент 1000 рублей распространяется на перфоратор 26, на отдельный артикул мини-макс, на болгарке 125 и 500 рублей распространяется мотивация. И эта мотивация, она постоянно, то есть, ну, она меняется. Но в системе МСТ эта информация доходит до активных пользователей и продавцов, и этим нужно пользоваться, и этим пользоваться. Это вот суммарно падение продаж по аккумуляторным дрелям шуруповертам в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 18%. 18% падения рынка продаж за 8 месяцев. Вот. И уходит бренд, теряет позиции брендов, ну, Метаба реально, к сожалению, теряет позиции. Макита теряет позиции. На первую роль выходит Интерскол, то есть вы видите, что с пятого места в 2020 году, тоже пятое место уже ближе к четвертому в 2021 году, сейчас на первое место выходит. Это вот по аккумуляторным дрелям шуруповертов. Если говорить по сетевым ШМ, то в сентябре также отмечается небольшое падение, тоже 10% по сравнению с цифрами
августа месяца. И, кстати, если посмотреть по статистике федеральной таможенной базы, самая наиболее ввозимая группа электроинструментов – это аккумуляторный инструмент, на втором месте УШМ. По данным от розничных продаж мы видим, что наиболее продаваемые это сетевые УШМ по объему продаж, а на втором месте аккумуляторные дрели, что упадут. Вот лидирует Interscope, то есть вот также вот январь, февраль, март наибольшие продажи были у Makita, Interscope второе место, а с апреля месяца вот Interscope первое место и также первое место по объему продаж и в сентябре месяце. Единственное, что если говорить о Makita, к сожалению, Makita, начиная с июля, уступил второе место по объему продаж в Ресанте, то есть Ресант на втором месте. И этот тренд вот в сентябре сохранился. Значит, падение продаж по сегменту сетевых УШМ в 2022 году 14%. 14% в рознице падения к аналогичному периоду 2021 года. И здесь вот также по брендам. 2020 год лидер Interscope, 2021 год Makita, 2022 год опять вот Interscope вернулся в сегменте продаж сетевых дрелей на первое место. Перфоратор. По перфораторам здесь лидирующие позиции объективно. То есть лидер рынка Makita по реальным продажам. В втором месте Bosch. Но вот тенденция, третий Interscope. Но тенденция, вот смотрите, прям четко, если Interscope стабильно прирастает, то Bosch стабильно сокращает свои продажи. Но это связано и с объемом поставок продукции. То есть с дефицитом. Дефицит. Правильно? Да. То есть разговор не идет, что вот стали больше покупать Interscope, потому что переходят на него. Просто рынок. Я с вами частично соглашаюсь, потому что это объективная реальность. Если бы вы брали марки, которые производятся в России, вот только в России, это один вариант. А когда сравнение идет. Но мы находимся в объективной реальности. Я не хочу сказать ничего плохого про Interscope, я не знаю, как таковой этот инструмент пользуюсь другим. Ну, просто я неинтересно, поэтому я рекомендую вам все-таки попробовать Interscope, потому что Interscope вот как раз на индексе будет представлен перфоратор 26 и 30 горизонтальные перфораторы, всем знакомые, как бы, большинству и активно продаваемые на рынке в рознице будут представлены уже с виброзащитой. То есть очень такая вещь, при том при этом стоимость этого изделия, она если подорожает, то это где-то максимум на 10%, в пределах 10%. С учетом того, что какова стоимость перфоратора Interscope базовой комплектации, какова стоимость Makita, Bosch, там, DeWalt, который в два раза превосходит. То есть даже с наличием АВС, активной виброзащиты, стоимость остается достаточно такой интересной и для потребителей. И вообще, на самом деле, чтобы вы понимали, Interscope был основан изначально на базе ESMI, которая разрабатывала данный инструмент. Пашовские перфаки, ну понятно, это история, то есть как бы, но тем не менее, Пашовские перфаки
со всяких цифель были, тридцатки, там, помните, цифра 30, все это, они очень сильно портились у препаратов. Они срок. Если у вас на тесте по качеству. Да, есть, на самом деле. Есть. Вот как раз у Алексея Константиновича эта статистика ведется и. Да, на технике считаю. Допустим, сколько может Бош дырок пробить, и вот этот недостаток. Отлично. Вот, Алексей Константинович, можно? Реальный пример. Реальный пример. Мы проводим фокус-группу в Самаре. Я приглашаю туда профессиональных пользователей, электрики, сантехники, люди, которые работают перфораторами. Заходит бригадир электриков, у него в подчинении 40 электриков, крупная строительная компания, ведет многоэтажное строительство в Самаре. И он приводит пример. Говорит, поступил заказ сделать 1000 отверстий 24-м буром в плите толщиной 80 сантиметров. Он говорит, приезжаем на объект с макетой 24-70. Ну, понятно, что она не годится. Ну, в общем, делают они 120 отверстий, и она сгорает. Ну, потому что она не годится. А объект надо делать, надо сдавать. Они едут магазин Кувалда.ру, а Кувалда.ру это как раз Самара центр, и покупать три перфоратора P30 Интерскоп. P30. Так они машины. Сейчас 24. Ну они по цене-то они дешевле. В разы. А одно отверстие не сделать, она перегреется так, как обычно. Так вот. Дешевый перфоратор переплюнет, да, что 30. Так вот. Вот этим P30 они сделали 800 отверстий одним. Он сгорел, 800 отверстий. Распаковали второй, доделали объем, а третий они не распаковывали. P30. Интерскоп. Одно отверстие он не сделает, не нагреет. 80 сантиметров стенку он не сделает, он перегреется. Уважаемый, я это привожу конкретный пример, то, что мне реальный практик. Запчастей. Что? В Алабуге будет сборка или производство запчастей? Производство комплектующих. Я как производственник бывший, то есть я вам скажу, как вообще на самом деле происходит запуск любого производства, которое мы осваиваем, локализовываем и прочее. То есть как бы у каждого изделия есть определенный, ну опять же, я цикл, я их уже говорил. То есть, и когда мы те же самые изделия осваиваем, то есть мы начинаем с простейшего. То есть сначала идет, допустим, корпусные детали. Пластиковые, то есть они льются на машинах, ну, здесь
по-заемному уже нарезали. Вот в чем, допустим, даже в этом нюансе, да, то есть как преимущество было. Но это сейчас в тонкости ухожу, но тем не менее. У нас сердцевина получается мягкая, он ударные нагрузки нормально держит, а вершина у него твердая. То есть, что относительно других, почему так другие не делают? Вот тот же самый инструмент, когда начинает по-каленому, да, то есть как бы вау, то есть, ну, понятно, его расход больше. Это все вспомогательные вот эти расходы на оснастку, на все-все-все-все, они увеличиваются. И многие так не делали. Но мы делали и так. У нас были свои поставщики по подшипникам, то есть как бы российские причем. Это ГПЗ Волгоцкий нам поставлял подшипники, то есть и прочее. Мы использовали как китайские, так и российские подшипники. То есть и здесь сейчас у нас и цель, и задача такая, мы тоже будем здесь углубляться с локализацией. Потому что для того, чтобы написать, что сделано в России, надо сделать минимум 50% вот этой добавленной стоимости в инструмент положить. То есть минимум 50%. Без этого ты сделано в России, писать не можешь. То есть это придет служба, проверку осуществят, то есть как бы взвесят, ну, грубо говоря, сколько что стоит, то есть как бы, и тебя просто-напросто по просьбе какого-нибудь конкурента попросят изъять весь товар. Я больше скажу, значит, вот для Олег, это очень трудоемкий процесс подготовки, который проходит через экспертов торгово-промышленной палаты. Да, и готовится серьезно. Объем документов колоссальный. Там даже если, допустим, производят сейчас, привлекаются поставщики, на этих поставщиков требуется пакет документов с измерением на основном производителе, на каждую комплектующую. То есть там это, ну, и, соответственно, такой пакет документов. Вот у нас планируется выпуск, то есть как бы аккумуляторная техника на заводе в Алабуке. То есть часть, первую часть мы увидим уже, я надеюсь, в ноябре, то есть как бы она у нас будет выходить. Потом у нас есть садовая техника, планы по садовой технике. У нас есть планы по сетевому инструменту, который будет производиться на заводе в Алабуке. Да, на первом этапе это 37 артикулов, 37 моделей. Суммарный годовой объем это полмиллиона изделий. Потом вот я говорил про аккумуляторную линию производства аккумуляторов, и на следующем этапе это производство генеральной техники. Кстати, вот мы прорабатываем поставщиков аккумуляторов, у нас, оказывается, производят аккумуляторы в Новосибирске, в том же самом Ельце, то есть он для вас близок, то есть производят аккумуляторы, на удивление, да, производят только цены. Да, ну там цена, то есть как-то такая непроходящая для нас, то есть, и мы использовали элементы Samsung, мы использовали элементы Hi-Star, то есть как бы мы использовали элементы Panasonic в своем опыте, то есть как бы, ну и там еще энное количество ноунеймов, да, таких, то есть мы действительно понимаем, как и что выбирать, и здесь вот наша компетенция, она как раз заключается не в том, чтобы просто взять кому-то продать что-то, то есть действительно создать продукт, который попадает в определенную нишу. По соотношению цена-качество. И я не знаю, у вас, может быть, есть какая-то диаграмма, то есть как бы соотношение цены-качества, то есть как бы мы стараемся всегда, когда вводим даже какой-то продукт, что вы будете машине. А? Именно такой диаграмма, когда вы будете. А, ну вот будет, да, то есть как бы. Ребят, я честно скажу, я не маркетолог, я не продавец даже, я просто как сервис-менеджер, то есть, ну, да, делюсь этой информацией, потому что она у меня вот уже на подходе. И тогда у меня, коллеги, для рекламы мы уже выбились сильно из регламента, я бы в течение 5 минут сейчас рассказал, чем отличается Interscope от других брендов а-ля российских, так называемых. И очень часто мы слышим, ну, вот, розничных магазинов, а что Interscope? Interscope тоже в Китае производится. Да, он производится пока в Китае и будет производиться частично в Китае. То есть, несмотря на то, что завод открывается в Алабуге, отечественное производство, задачи стоят увеличение объемов, то есть рынок освобождается, рынок надо заполнять, и Interscope готов заместить вот эти вот пустые полки, но для этого просто одного производства в Алабуге будет недостаточно, поэтому производство в Китае будет оставаться. Собственно говоря, как мы... Можно небольшой овердейт, то есть как бы, вот конкретно касательно даже производства того же самого. Мы не те, кто берут готовые изделия, знаешь, фейслифтинг делают, то есть этикетки на него натягивают и запускают.
то, что вы помните, это завод ИЖ. То есть Ижевский механический завод. Сейчас это концерн Калашников. Это ИЖ. Это был Байкал. То есть, воздушки все помните, это Байкал, помните, там, ну, кто, все мои ровесники, там 30-35, там до 40 лет, то есть, как бы, бегали с этими воздушками. Байкал это как раз таки, чтобы вы понимали, мы взяли там. Эти модели проработали, потом совместно создали предприятие в Китае, научили китайцев делать инструмент, то есть, как бы, грубо говоря, запустили у них производство. Далее у нас появился завод в Быково, у нас были заводы в Испании, у нас в Италии были производственные мощности. Мы перевозили это все в Россию, и в России запускали завод, то есть, как бы, и у нас минимум две производственные площадки были. Мы работали с Автоприбором, у них производили пилы. Мы работали с Калужским заводом телеграфной аппаратуры, который сейчас производит там, для навигации, для всего. Мы работали с Тверским электромеханическим заводом. Мы работали с Новогрузским заводом газовой аппаратуры. То есть, как бы, это все мы производили и сделали совместно. То есть, как бы, с российскими заводами, имея конструкторский огромнейший потенциал. То есть, как бы. И это не те изделия, которые взяли, просто, я говорю, натянули на них и их продают. Ну, вот банальный пример, вот этот вот Минимакс. Он вышел на рынок в августе прошлого года. А в июне уже Диоут продавал 12 вату и видимо шелпак. Я его первый раз в магазине увидел, беру, включаю, трещит. Смотрю, пятерка. Ставлю на 10, трещит. Ставлю на 20, трещит. Ставлю на сверление, трещит. Рассказывают, приезжают вот в офис, рассказывают, мне в ответ смеются, говорят, а ты думаешь, вот этот образец по-другому себя вел, когда его привезли китайцы, как разработавшие за неделю. Тоже все трещало. И вот благодаря тому, что компания DLS Trade, как правоприемник Интерспола, как правоприемник НИСМИ, сохранилась техническая служба, в состав которой входят квалифицированные инженеры с огромным опытом, еще кто-то успевший поработать в НИИ СМИ, они разобрали эту модель и поняли причину. Причина была банальная, простая. Дело в том, что соединили лужа с ежом. То есть взяли двигатель вентильный, щеточный и редуктор от коллекторного шуруповерта. Соединили. А выяснилось, они работают. И были введены технические доработки, там минимально, я не буду рассказывать специально, вот, как бы, была введена техническая разработка, которая позволила этому шуруповерту работать. Вот получили вот такой вот уникальный хороший продукт, который пользуется спросом у профессиональных пользователей, у мебельщиков. То есть сейчас вот мы видим с Пушником, там монтажники дверей, люди используют активно вот этот вот инструмент и очень довольны. При цене, рекомендованной розничной цене в магазине 5770 рублей, двумя аккумуляторами в кейсе. Ну, это хорошая модель. Говоря про Interscope. Interscope появился на рынке в 1991 году, является правоприемником НИИСМИ, Всесоюзный научно-исследовательский институт строительной техники и строительного инструмента, который был в свою очередь создан в 1957 году. То есть история какая вот получилась. НИИСМИ был создан за время, вот Алексей Константинович привел пример, что в 1972 году НИИСМИ разработал горизонтальный перфоратор. Ну, патент получил только на территории Советского Союза и с этим патентом вышел на выставку в Кёльне. Вследствие чего эту модель просто скопировали, срисовали. Кстати, аналогичная ситуация была с автомобилем Таврия. В 1961 году разработали, вышли в Турин на выставку, а немцы содрали передний привод. То есть все говорят, а передний привод на автомобиле это Volkswagen Golf первый. По факту. Таврия. Только Таврию разработали в 60-м году, а выпустили на рынок в 81-м. То же самое из другой отрасли памперсы. Памперсы то же самое. Это во мне изменилось. 17 заводов. Да, я сейчас покажу.
Америке, трех стран одновременно, вот, видя ситуацию на рынке, он приходит к выводу, что нужно менять, переходить на рыночные рельсы. И он создан на базе каждого из отделов и СМИ свое общество с ограниченной ответственностью. В том числе было создано общество с ограниченной ответственностью в отделе ударных машин и механизмов. И оно получило название Интерскоп. Первый слог Интер. Ну, был популярный в начале 90-х годов слово. А Скол как раз показывал вот, отношение вот, к ударному механизму. То есть разрабатывались тяжелые перфораторы, отбойные молотки именно в этом отделе. Спустя год, посмотрев результаты, было принято решение, что правоприемником НИСМИ становится Интерскоп как наиболее эффективное предприятие. И фактически вся конструкторская документация, вся производственная база НИСМИ, весь квалифицированный персонал перешли работать именно вот в Интерскоп. На рынке в тот период появляются такие бренды, как Bosch, Makita, Hilti, IBM, с качественным инструментом, который превосходил продукт российский, ну то есть советский, но превышал по цене. И в это же время появились дешевые инструменты китайские, которые какие-то ушли как ураган, какие-то претерпели реинкарнацию. Сейчас мы видим там тот же Ферм, тот же ДВТ, Спец, мы сейчас видим магазины, ну, дешевый любительский инструмент. Значит, и здесь вот Интерскоп начинает производство своего первого инструмента. Первым инструментом был Адрей, который выпускался по кооперации совместно с Рибиром латвийским, с украинским предприятием. И сборка происходила на производственных площадях в НИСМИ. А в 98 году создается совместное предприятие с Ижевским электромеханическим заводом, начинается выпуск, то есть если вот первый объем дрелей был 45 тысяч первый год, то работа с Ижевским позволила увеличить объем выпускаемой продукции до 450 тысяч. Но в силу определенных обстоятельств, в силу того, что это оборонное предприятие и Министерство обороны не позволило переводить вот, как бы, на мирные рельсы и потребовал все-таки определенный объем держать мощностей для производства оборонной продукции, а нужно было развивать производство, было принято решение и был создан завод Жукова, который эффективно работал. Потом в 2008 году было приобретено предприятие в Фелисате, которое известно тем, что году, в 49 году они получили патент на 25 лет на производство торцовочных пил, то есть это разработчики торцовочных пил, которые мы часто используем сейчас в Фелисате. А в 2009 году был приобретен завод Каслс в Испании, уникальный завод, тоже специализирующийся на производстве перфораторов и вот тяжелой техники, который был в свое время создан Каслсом совместно с Робертом Бошем в 1881 году. Вот эти технологии были потом использованы уже на заводах, собственных заводах Интерскоп, то есть технологии НИСМИ, технологии Каслса, Фелисати, это все было внесено вот в технологический процесс заводов Интерскоп. А в 2008 году Интерскоп, ну, параллельно Интерскоп, Бош, Макита и Девольт выходит на китайский рынок и формирует вот этот вот китайский рынок, который сейчас наводняет своей продукцией наши розничные магазины. Но до 2008 года китайские производители были совсем другие. Их формировали Makita, Bosch, DeWalt и Interscope. Interscope создает два предприятия в Китае. Инжиниринговых центров, которые в течение трех лет, там инженеры Италии, Латвии, Химок, 25 человек провели аудит 30 предприятий, 30 заводов аудит был проведен. И в результате было выбрано 3, в том числе вот Краун, известный вам, на которых был бы, как бы
она до сих пор выпускается на этих заводах, выпускается с определенными стандартами качества. И фактически вот именно этим отличается Интерскол от других а-ля российских брендов, которые просто приходят в Китай уже и просто заказывают продукцию Интерскол. Да, вот с вашей стороны прозвучала объективная критика. Да, были тяжелые времена у Интерскола. Ну как. Я коснусь. Да. То есть как бы я коснусь именно сервисной части, потому что там вот, конкретно по сервису там отдельные. А тут тоже не то, что даже по сервису, сервис это уже последствия. А мы технологии, то есть были производители. Сейчас от тех производителей, которые там предоставляли не совсем качественную, скажем так, продукцию, с которой сервисные центры имели проблемы. И, конечно, потребитель как бы, было, но сейчас Интерскол это совсем другой инструмент. И вы сможете убедиться, что это сегодня Интерскол, ну, я не побоюсь вот такого пафоса сказать, что сегодняшний Интерскол превосходит тот Интерскол, который был до 17-19 года, всем приличный Интерскол, потому что за последние два года Интерскол вот, с точки зрения конструкторской разработки новых вот новой продукции сделал реально колоссальные шаги вперед. Вот здесь представлен только маленькая толика инструментов аккумуляторов, которые вот можно сейчас на рынке видеть, использовать. Вот инструмент с насадкой. Вот я вам уже говорил, то есть пожалуйста. Используйте, так что. Там презентация на что? Сейчас. Там сейчас история бренда, но вот сейчас кофе-брейк у нас должен быть. У нас уже